и вода. Выпуск 4. Радиопомехи. Экспресс получил странное зашифрованное сообщение и никак не может его расшифровать. Помоги ему. Сначала найди парные буквы в кружочках одинакового цвета и убери их в корзину. А потом вставь оставшиеся буквы в сообщение на правильные места. Отлично! Следуй плану полета. В этом выпуске тебя ждет много увлекательных игр, историй и приключений. Начни свое приключение со знакомства с новым персонажем. Это «Экспресс». Его номер 51. Раньше он был военно-транспортным самолетом и доставлял припасы на передовую. Теперь он в пожарной команде, и ему очень нравится эта работа. Он гордится тем, что работает с такими отважными ребятами. Он привозит десантников на место пожара, а всю работу делают они сами. Посчитай, сколько пожарных десантников на картинке. Покажи правильный ответ. 5. Умница! Посмотри внимательно на картинку. Видишь здесь экспресса? Покажи его. Так держать!
На этих трех картинках есть по три отличия от оригинала. Внимательно посмотри на образец и найди на каждой картинке по три отличия. Да ты просто все знаешь! Все на борт! Проведи линии по каждой дорожке, и ты узнаешь, в каком порядке пожарные десантники сели на борт экспресса. Вот так! Экспресс летит на пожар со всей пожарной командой. Запомни его расцветку и переворачивай страницу. Помоги Дасти добраться до финиша. Проведи его по светлым прямоугольникам, не касаясь синих и оранжевых ячеек. Вперед! Умница! Национальные парки. Давай познакомимся с этими заповедными местами. Здесь люди пытаются сохранить природу в ее первозданном виде. Общая площадь национальных парков США свыше 34 миллионов гектаров. Это почти половина Франции. Первый национальный парк. Йеллоустонский национальный парк в Вайоминге был создан в 1872 году. В нем расположены сотни водопадов. На фото самый большой из них – Нижний водопад. Национальный парк Денали. В этом парке находится самая высокая точка в Северной Америке и третья вершина в мире – Маккинли. Ее высота – 6193 метра. Национальный парк Секвойя. Этот парк находится в Калифорнии. Здесь растут гигантские секвойи высотой с 26-этажный дом. А знаешь ли ты что? Во многих национальных парках США можно встретить медведей самых разных видов. Посчитаем. Возраст дерева определяют по количеству годичных колец на пне. Определи, сколько лет этим деревьям. Перетащи пни на правильные цифры. Верно! Пока Райкер допрашивал 0-1, Курц окружил его дорожными конусами. Раскрась белые конусы по часовой стрелке в правильном порядке.
Место происшествия перекрыто даже чересчур. Посчитай, сколько лент ограждают место происшествия, и выбери правильный ответ. 6. Отлично! Проблемы со зрением. 0-1 подводит глаза. Он видит Райкера, словно по отдельным кусочкам. Переставь полоски так, чтобы получилось полноценное изображение Райкера. Верно! Проверь свои знания. Ответь на вопросы викторины. Какой номер у экспресса? Супер! Где работал экспресс до пожарной команды? Армии? Молодец! Кого экспресс доставляет на место происшествия? Как держать? В ходе одного расследования Райкеру пришлось допросить 0-1. Найди фрагменты на картинке и перетащи их на правильные места. Здорово! Кое-кто внимательно записывает все показания 0-1. Соедини точки, и ты узнаешь, кто это. Да ты просто все знаешь! В лесу много возгораний, и Дасти летит на тушение пожаров. Сосчитай, сколько очагов возгорания в лесу, и покажи правильный ответ. Супер! Хочешь выполнить все задания заново? Нажми на кнопку «Начать сначала». Еще больше историй о любимых самолетах в следующих выпусках журналов.